Мне навязаны чужие, враждебные, полностью чуждые моему естеству правила поединка. По этим правилам, как по контракту, который я, кстати сказать, не подписывал, я обязан, я вынужден, за вычетом кратких тайм-аутов до конца своих дней размахивать кулаками. Как это вышло, не знаю. Он бьет, мне некогда думать, но иногда он бьет особенно сильно, словно взрывая на дне моих глаз фотографический магний, и тогда в такой вспышке, по нездешнему белой и страшной, это неземной белизной, я отчетливо вижу, что еще до того, как мое участие в поединке было спланировано и утверждено, я, оступившись камнем, рухнул в чужое пространство. Да, оступившись, я выпал из прежнего мира, вот так же, как одинокий прохожий, ночью во тьме вдруг проваливается в незакрытый люк, ничего не успев понять, ничего не успев понять, ничего, возможно, даже не успев ужаснуться. В этом чужом, случайном пространстве, куда я попал по какому-то глупому, роковому, преступному недосмотру, или, что одно и то же, в силу несчастного случая, я обречен до конца своих дней размахивать кулаками, потому что именно так предписано проявлять себя механизмом чужого пространства, в частности, правилам ринга. И мне абсолютно ясно, что делаю я это не для защиты, не для нападения, и тем более не для какого-то выигрыша. Я делаю это потому, что механизмы осуществления чужих правил невидимые, неслышные, непостижимые, сами собой бесперебойно приводят в движение мои сжатые ими же в кулаки руки. В рамках этих правил у моих рук и у меня самого нет и не может быть других применений. Он бьет. Его движения, возможно, управляются теми же механизмами. Какой с него спрос? Может, он тоже чужой на ринге? Может, он тоже чужой на ринге? А может, как раз нет? Какая мне разница? Он бьет. Он бьет. Он бьет. Он бьет. Он бьет. Меня добивает и все никак не добьет. Именно монотонность этих ударов. Он бьет, он бьет, он бьет, он бьет. Меня добивает и все никак не добьет. Именно монотонность этих ударов. Он бьет, 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 он бьет. Бриллианту долженствует быть выставляемым в ювелирном магазине. В его надменной, бархатной, лучезарной витрине. Там он чего-то стоит на рынке. Бриллиант идет за треху, независимо от того, поддельный он или настоящий. Моя жизнь продается на блошином рынке. Она ничего не стоит. Более того, я плачу за нее сам. А для меня она стоит иначе. По сути, за вещь, которая мне навязана, тягостна и абсолютно не нужна. Надрываясь, выбиваясь из сил, я плачу, 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 непосильную цену.